Я думаю, что сегодня такая достаточно зрелищная, хорошая там, боевая игра. Нам, конечно, обидно, что мы не выиграли. Понимаете, кто-то радуется ничьим. Мы, например, уже там четвертую или там какую-то пятую игру, у нас траур по этому поводу, а другие там, ну, счастье находят в этом, понимаете. Поэтому тут у каждого разные приоритеты в этой жизни. Так что нам, конечно же, обидно потерять 2 очка дома. Опять-таки, создать достаточно количество моментов, но реализация немножко хромает. Ну а сопернику нужно отдать должное. Они настроились на нас, они бились, сражались. Поэтому, ну, получилась такая боевая игра. Ну, полтора тайма команда выглядела агрессивно в атаке, но концовка уже, можно сказать, получилась смазана. С чем это было связано? Нервы, эмоции, желание быстрее забить? Нет, у нас, видите, те люди, которые вышли на замену, еще не готовы. Там Лугачев 3 месяца болел, Вечурка то же самое, там, Климаков больной, только Степанчук, который там и Дьяк мог там освежить, да, что-то. Поэтому проблема со скамейкой, то есть Ивашка, непонятно где сломался, если честно, две игры уже сидит, отдыхает. Поэтому у нас нет наконечника. Александров не очень хорошо сегодня выглядел. Поэтому вот в атаке у нас проблемы. Уже в среду вас ждет тяжелая игра с «Динамо-2». То есть насколько хватит времени для того, чтобы подготовиться полноценно, восстановиться? Ну, сейчас сказали, что самосознание футболистов должно быть. Потому что, действительно будет тяжелая игра. «Динамо-2» такая быстрая команда, креативная. Поэтому нам нужно будет справиться с ними. Будем настраиваться, ничего страшного. По поводу Марата Дауда уже знаете, что у него за травма? Да нет, я думаю, там все нормально. Спасибо.